бы прямой эфир провести, в ее бы. Нет, она могла бы, могли бы вместе с ней эфир сделать, но на ее канале. И могли бы такое шоу разыграть. Одна трясет, другая готовит новое, потрясаем. Я вам говорю, что это, представляете, я говорю, Марин, ни хрена себе, приехал мальчонка и в такую мазу попал. Приехал в шортах с лисьим хвостом, в шлепанцах, бежал, как черт из Полтавы. 7 классов образования, мальчонка прилез. Здесь у него, это, конечно, у него башню снесет. Кроссовок 25 штук, куртки по 50 тысяч, майки хрен знает какие. Вот этих бейсболок у него до херовой тучи. Вы видели, сколько у него шорт, у него больше одежды, чем у Марины. Или, будем так говорить, не меньше. То есть, получается, пацан с голой жопой приехал, как клещ уцепился, как клещ за девчонку. А ты мел, как сказать, все. И еще будет, как сказать, вещи. Не, пусть гадина с утра с нуля все покупает себе, это паршивец.